Літо закінчилося, а проблеми зі шкірою нагадують про себе у вигляді тих нових новоутворень, які можуть з'явитися на вашій шкірі. Особливо це родимки. І родимки можуть бути різного характеру, різного вигляду. Саме про ці новоутворення на шкірі будемо говорити з лікарем-онкологом, мамологом Сергієм Азетяном. Доброго дня, пане Сергію. Літо закінчилося, і, можливо, для когось воно закінчилось не дуже вдало. Що я маю на увазі? Це тоді, коли на вашому тілі з'являються різні новоутворення у вигляді тих несподіваних родимок, яких раніше не було. Що, як просто зробити такий догляд, аналіз, і що можна побачити, як з'ясувати, що ця родимка хай буде на вашому тілі, а ось таку потрібно видаляти і дуже швидко. Ну, первое, что нужно сказать, если родинка появилась буквально за лето, новая, раньше на этом месте ничего не было, и она все-таки склонна к росту, и она окрашенная коричневая, черная и так далее, однозначно показаться доктору. Методика обследования простейшая. Осмотр, увеличительное стекло, дерматоскоп. Дерматоскоп – аппарат, который диагностирует без повреждения кожи. Грубо говоря, увеличительное стекло с фотоаппаратом, чтобы было понятно. То есть это уже масса информации для диагностики даст. Это позволит доктору отличить те родинки, которые можно наблюдать и не трогать, не оперировать, и те родинки, которые действительно... которая опасная. Часто сталкиваешься с таким мнением, что если родинка с рождения, она безопасна, это на всю жизнь, и ничего с ней не произойдет. А вот если родинка появилась, да, если родинка появилась и растет быстро, однозначно это повод обратиться к доктору. Причем, как бы бывает, пациенты жалуются, что там сложно попасть и так далее, к любому доктору. То есть родинки – это как бы те темы, которые, ну, все доктора это знают, и можно показать семейному врачу, любому хирургу. То есть к кому вы приходите? Опять же, вы пришли на прием, никогда не сложно доктору сказать: доктор, посмотрите, пожалуйста, такую-то родинку. Это займет секунду-дві. Тобто ви прийшли, можливо, з іншою якоюсь проблемою, так? Можете показати ту родинку, яка вас вже давно турбує? Совершенно верно. То есть однозначно надо показывать родинки, которые окрашенные, которые все-таки склонны к росту, которые больше, ну, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения 6 мм. 6 мм – это ластик на карандаше, поэтому легко отмерить эти 6 мм. Если больше, треба обов'язково щось хотя бы показать. Никто не говорит, что их нужно удалять, но их нужно показывать. Потому что, ну, как бы на взгляд одного человека, хозяина этой родинки, ничего страшного. На взгляд доктора сразу какой-то симптомчик, и он уже на это обращает внимание. На что мы обращаем внимание, на что мы пациентам рекомендуем обращать внимание? Асимметрия краев. То есть, если родинка не кругленькая, ну, вы понимаете, что это как бы способ обратить внимание. Но любые сомнения лучше расценивать пользу того, что нужно показаться на прием. Нужно показать доктору. Совершенно верно. Но тем не менее. То есть, асимметрия краев. Если родинка какой-то неправильной формы, ее надо показать. Даже если она врожденная, даже если она вот с рождения такая и не растет. Лучше показать. Несложно раз пару-тройку лет эту родинку кому-то из докторов показать. Неправильная, ну не то чтобы неправильная, меняющаяся окраска родинки. То есть, она постоянно была коричневая, светло-коричневая, и тут на ней появились какие-то включения, какие-то бугорки непонятные, которых раньше не было. Показывать надо. Родинка, которая, с одной стороны, такой неровный контур имеет, изъеденный, если так выразиться, там, однозначно показывать. Родинка, которая растет, то есть рост на 1-2 мм за месяц – это много. То есть это однозначно надо показывать доктору. И тут, чтобы пациенты понимали, всегда проще удалить родинку, которая еще не трансформировала злокачественную опухоль. Маленький рубчик, незаметный, все нормально, все проходит. Зараз тим більше дуже багато сучасних засобів, які можуть поліпшити стан вашої шкіри. Ну, я маю на увазі, що це все буде непомітно, і навіть після того, як ви видалите її, то може не залишитися навіть і сліду. Совершенно верно, потому что родинки можно, ну, если так выразиться, не очень глубоко удалять. Ну, то есть это делается радикально, но, во всяком случае, с определенными ограничениями. То есть родинка, которая уже переродившаяся, уже другие совершенно критерии имеет для удаления. Нужно больше отступать от краев этой самой родинки. И чем глубже она вырастает, и чем больше нам нужно отступать, тем длиннее будет рубец, понимаете? Поэтому в самих интересах человека гораздо проще показать. Это как бы не та проблема, которую, извините, стыдно показывать и так далее. Ну, любому доктору пришли на профосмотр, пришли там совершенно с другой проблемой. Лучше подскажите. Засомневается доктор? Во всяком случае, он подскажет, куда
проще подойти. А от зараз існує така думка, що будь-які родинки, які у вас є, краще їх видалити, аніж чекати. Ну, навіть якщо вона і на перший погляд не така, немає ті характеристики, про які ви сказали, то краще нехай її не буде. Чи ви погоджуєтесь з цим, чи ні? Я б зустрічався з таким підходом, але все-таки це є у нас на кожі, розумієте? Тобто тут складно сказати. Якщо, наприклад, родинка вровень з кожі, не росте вверх, не травмується, не розтирається, дійсно з рождення не міняється, ну, звісно, можна її удалити, але це так буде, з пушки по вороб'ям. Угу. Так ми можемо удалити кусочки себе постійно, тому що в течение життя вони теж можуть появляться. Тому не зовсім согласен. Ну, от якийсь симптомчик, який я описав, тобто то, що впливає на її розвиток, або вона міняється, або вона росте, або міняє цвіт, да, це повод прийти к доктору і її удалити. Маленькі такі червоні родинки, які з віком можуть зустрічатися на шкірі людини, вони з'являються. Кажуть, що їх можна позбутися, якщо звичним харчуванням просто поправити ситуацію. Тобто їсти ті продукти, які рекомендує лікар, і ось вони самі по собі можуть повідпадати. Чи є, чи це справді так працює? Ну, є така думка, чесно, чи ні? Чи так, чи ні? Чесно говоря, я не бачив таких пацієнтів, у яких би тільки лиш від питання ці красні маленькі гемангіомки зникли. На самом деле, вони абсолютно не опасні, якщо їх не травмувати. Тобто, це як би клубочок кровеносних сосудів, який під кожею знаходиться. Тобто, якщо його розцарапати, там, ранення, животне і так далі, воно доволі сильно кровоточить. Але на самом деле, воно не опасно. Пару раз я встречался с таким мнением пациентов о том, что там вот если их много, это вот что-то онкология сразу. Нет, они не страшны, то есть это больше генетика. То есть если было у кого-то там по у бабушки, у прабабушки и так далее, точно так же это может быть через поколение их много. Это не признак. То есть да, их все равно раз в год желательно показывать. Но это не как бы в плане диеты полностью за. То есть, к сожалению, продукты, которые мы едим, экология, в которой мы живем, масса проблем нам дает для жизни. Поэтому если человек ограничит потребление некоторых продуктов, перейдет на здоровое питание, гірше не буде, будь-якому випадку. Ми профілактуємо не тільки опухолі кожи. Тобто ми все-таки тоді профілактуємо чимось общу онкозаболіваємость. Тобто здоровий організм, краще працює імунітет, це наша защита від всього. Якщо, наприклад, ваша родинка знаходиться у такому місці, де є, наприклад, шов, чи, наприклад, десь на шиї, де постійно ваш комір, ну, от зіштовхується з такою проблемою, так? Насправді, ваші рекомендації, чи потрібно видаляти ту родинку, якщо вона, наприклад, невеличкого розміру, але постійно треться і постійно зачіпається? Да, лучше это планово сделать. Никто не говорит, что нужно срочно, моментально делать. Сейчас жарко, пожалуйста. Можно это отложить тогда, когда уже температура общая будет меньше, человек будет меньше потеть. Но вот именно травмирующиеся, особенно возвращающиеся на поверхностью кожи образования в таких трущихся местах, везде во всем мире рекомендуют удалять. Опять же, всегда это лучше сделать, пока она маленькая, пока она ни во что не трансформировалась. Рубец может быть там через полгода вообще незаметный. Как, допустим, небольшое пятнышко на коже, или вообще даже потом человек приходит на осмотр, смотришь, где оно было, доктор не видит даже того места, где оно было удалено. А які зараз є методи видалення родимок? Чи є серед них такі прогресивні, про які от хотілося б говорити і рекомендувати саме такими методами користуватись? Ну, скажем так, классический – это хирургический способ. То есть все эти методы используются. У каждого метода есть своя ниша, для чего они применяются. Наверное, метод должен быть в хороших руках, естественно. Звичайно. Это однозначно. Но хирургический метод иссечения, то есть однозначно применяется, особенно при подозрениях на злокачественную опухоль. Радиоволновой метод, более щадящий, но, соответственно, свои ограничения имеющий. И лазер. То есть, который применяется как бы вместо скальпеля, который позволяет более аккуратные надрезы делать и, опять же, улучшить косметичность проводимого лечения. Также еще применяется, но это онкологам не очень как бы метод устраивает, из удаления жидким азотом. То есть, когда какое-то образование вымораживается. Да, это возможно, но при этом нет гистологического материала. То есть, что кто заморозил, ну, мы не знаем. Побачити, то есть, мы можем увидеть рубец на коже после того, как этот рубец как это местечко заживет после удаления. Но что там было? То есть одно дело, когда это обычная бородавочка папиллома на ножке цвета кожи была, а другое дело, когда пациент говорит, что да, это было какое-то коричневое образование. Но нам сравнить не с чем. Але ж анализ обовязковый. Да, это я хотел подчеркнуть. Обязательно спрашивайте у доктора, который будет удалять.
будет ли делаться гистологический анализ, когда его можно результат увидеть, либо получить и так далее. Не просто на словах, оно у вас хорошее, поэтому делать не надо, с чем тоже, к сожалению, сталкиваешься. Да, я согласен, бывает ситуация, когда однозначно глазами родинка 100% доброкачественная. Но пусть, извините, немножко перебдеть, и пусть второй доктор перепроверит мнение, допустим, доктора, который удаляет, будет ли это онколог, или хирург, или там косметолог, который этим занимается. Но доктор-гистолог квалифицированно перепроверяет и говорит, да, действительно, эта родинка была абсолютно спокойна. То есть удалили, забыли. Больше можно зробити у нашому місті, чи аналізи відправляють до Києва і там роблять? Этих лабораторий много в городе, и отправляют просто как бы, ну, есть всеукраинская сеть, которая, допустим, собирает анализы по городам и делает централизованно в Киеве. Есть лаборатории, которые это делают здесь. Это не проблема. Опять же, в спорных ситуациях, когда есть гистология, всегда, извините, можно получить второе мнение. Вы взяли в лаборатории стеклышки на пересмотр, отнесли в другую лабораторию, показали, и другой гистолог дал заключение по этим стеклам. Эти стекла можно хранить даже без холодильника десятилетиями. И они так, в общем-то, в гистологических лабораториях и хранятся. То есть вам на руки могут дать ваш анализ? Да, человек с паспортом приходит, получает этот. Ну, то есть это парафиновый блок, то есть на солнце его вставлять не надо. Но если это стеклышки, это вообще как бы, ну, как любой, собственно говоря, ну, наверное, ничего на солнце ярком, как сегодня, извините, почти плюс 40, оставлять ничего не надо. Ну, якийсь час потрібно ж мати, так? Це десь тижні-два для того, щоб зробили вам дослідження. Гистологія делается от 1 до 2 недель, в зависимости от сложности материала, от лаборатории, как бы, ну, от максимум 2 недели. То есть через 2 недели уже должен быть готов ответ. То есть ответ получили, то есть если пациент хочет пересмотреть, он идет там, пишет заявление, лаборатория ему выдает материал, это абсолютно не проблема, это все отработано во всех лабораториях системы. Человек хочет перепроверить, идет в другую лабораторию, сдает там, где он хочет. Якщо, наприклад, ви вже дістали свій аналіз і побачили, що там не дуже втішні для вас результати, і таке теж буває, трапляється, на жаль, люди часто потім засмучуються і, ну, вже не знають, що робити, які можуть бути ваші рекомендації, якщо, наприклад, є проблема, чи потрібно себе готувати до чогось гіршого, чи навпаки, треба діяти згідно з тими рекомендаціями, які вам дає ваш лікар? С одной стороны, послушать то, что скажет доктор однозначно. То есть, если он даст определенную рекомендацию обратиться к онкологу, например, ну, стоит к этому прислушаться. Второй вопрос, есть заключение. Ну, как бы сейчас диагнозы ни от кого не прячутся. Мы все информируем пациентов о том, что такой-то материал получен или такой-то ответ получен. Поэтому, если человеку выдается заключение, и там, извините, написано рак, то, ну, то есть, как бы это не подделка кого-то, это не... Ну, да, этот анализ можно перепроверить, если человек сомневается, не доверяет и так далее. Это все, как бы, этот материал есть, хранится, его всегда можно перепроверить. Но однозначно при таком ответе надо идти к специалисту, то бишь к врачу-онкологу. То есть что как бы при родинках мы можем получить? То есть если эта родинка начала трансформироваться, то есть все, что трансформируется в онкологическое заболевание или трансформировалось, это удел лечения онкологов. И тогда уже как бы онколог на консилиуме это решается. Как лучше дальше этого пациента вести? Ничего не делать, если операция изначально радикальная. Расширить объем операции, если как бы удалено экономно была родинка, а оказывается врастает глубоко. Ну, то есть это все оценивается уже по материалам обследования того, что получится. Облучить рубец. То есть их как бы это не при родинках применяется, это при определенных видах рака кожи применяется, но тем не менее, то есть не надо человека оперировать, ну, для того, чтобы уменьшить риск рецидива, рубец облучается. То есть это все как бы решаемо абсолютно. Тобто можна навіть, ну, не опускати руки, щоб це взагалі в будь-якому випадку ніколи не треба цього робити. Ну, так сталося вже, так? І це вже є ця проблема, ви можете перевірити, але ж все ж, якщо підтвердився ваш результат, і ви бачите, що вона є, та проблема, то треба зробити так, щоб ви не постраждали більше. Совершенно верно. Тобто, худший варіант, коли чоловік прячется от диагноза, не верит в него, пожалуйста, всегда можно перепроверить, всегда можно получить второе мнение. Это как бы один момент. Второй момент, ну, не заинтересованы докторы в рисовании левого диагноза, прошу прощения. Как бы, опять же, это пишет лаборатория, которая, допустим, может быть, доктор, который удалил к этой лаборатории, вообще никакого отношения не имеет. Его дело квалифицированно удалить, материал сдать, лаборатория там через неделю дает ответ. Поэтому как бы бывает разное мнение слышишь. Но то, что я как бы всегда однозначно пытаюсь донести, если такое написали, нужно показаться специалисту. Как бы специалист уже решит верить этому, перепроверить там в более квалифицированном месте. Как бы это все решаемо. Но и что хотелось бы заметить, желательно недолго с этим думать.
Потому что как бы любые доделки, переделки, дополнительное лечение желательно сделать в течение месяца-полутора после первой операции. То есть если мы 2 недели ждем ответ, грубо говоря, гистологию, то есть в запасе не так и много времени. Угу. Поэтому если вдруг такой ответ пришел, то тогда надо. Диеты треба одразу. Опять же, все-таки чаще, ну, если это онколог делает, допустим, эту манипуляцию, то он, в общем-то, уже и в чем-то может предупредить пациента, что, например, в этом случае ответ 99,9% будет доброкачественный, а вот в этом материале или в этой родинке, то есть мы подождем и посмотрим, потому что все может быть. Угу. То есть, потому что как бы в некоторых случаях действительно некие симптомы проявляются. Да, они тоже не стопроцентные, в том-то и проблема диагностики. То есть нет, к сожалению, такого однозначного симптома, когда доктор глазом посмотрел, вот все. Угу. Вернее, как бы, да, конечно, бывают классические виды заболевания, особенно если там человек старательно это выращивал, оно уже большое, ну, то, что в интернете можно картинки, страшилки найти, это все так. К сожалению, и с таким сталкиваешься. Но как бы то, что чаще всего, это, допустим, маленькие родинки, которые человек, допустим, решил удалить, потому что, допустим, трущаяся или травмируемая, или там, опять же, волосистая часть головы. У женщин покраска волос, раздражающий фактор. Парикмахерские парикмахерши, парикмахеры, которые, в общем-то, могут абсолютно спокойно сбрить, срезать и так далее. Ну, как бы это фактор риска. До речи, якщо от зрізали, чи, ну, наприклад, ви травмували свою родинку, і ось там почалась кровотеча. І дуже багато людей кажуть, ну все, це вже початок серйозного захворювання, ми не можемо зупинити кров, у нас, ну все, це тепер... Ні, обработать. Можна перекись водорода, можна хлоргексидина, можна спиртом, любим антисептиком, просто щоб ніяка інфекція туди не попала. І подойти к доктору. Опять же, даже если это будет на следующий день, это не столь фатально. Просто чтобы... Почему как бы у нас, например... Не у нас докторов, а у нас как пациентов, так, есть некий страх, например, перед биопсией. Потому что бывает, например, образование большое. Например, доктор сомневается, как лучше его удалять, и предлагает человеку сделать биопсию. То есть небольшой соскоб с края сделать, или срез, или там есть панч-биопсия, когда кругляшок такой вырезается. Пациент боится, что а не привнесет ли это вот какую-то вот проблему с этой родинкой. А проблема злокачественных опухолей такова, что они уже могут свои клеточки отдавать, когда они размером меньше миллиметра. Если, грубо говоря, эта меланома большая, то, соответственно, оно уже могло уплыть куда угодно. То есть, но чем раньше мы начнем лечение, чем более квалифицированное оно будет, тем более правильное для этого. То есть, как бы мы все стараемся индивидуализировать наше лечение, чтобы к каждому пациенту был индивидуальный подход. Не просто стандарт такой, мы лечим так, а все-таки такая-то ситуация, такая-то родинка, такой-то гистологический тип, и поэтому, соответственно, можно предложить этому человеку вот специально для него, грубо говоря, план лечения индивидуальный. Поэтому чем больше, чем быстрее у нас эта информация будет, тем проще. Чем позже, опять же, сделали, ждем ответа гистологии. Ждем ответа гистологии, ждем решения пациента, когда он согласится это удалять. То есть и мы теряем несколько месяцев, а это, ну, не в пользу идет при злокачественной опухоли. Абсолютно не в пользу. Чи можна для людей різного віку підібрати індивідуальне лікування, от як ви сказали, так? Тобто це мається на увазі просто для кожної людини, так окремо. Кожен лікар може подивитися. Це дуже добре, що зараз є лікарі, які не просто керуються стандартними якимись там, ну, там, зазначеними вже методами лікування, так, а лікарі, які можуть подивитись на вас зовсім з іншого боку. Вони можуть розібратися з вашими хворобами, вони знають, як ви ставитесь до того чи іншого препарату, взагалі до лікування навіть, так, і дати вам, особисто вам, той лист, який вам підійде. Чи це стосується от людей, наприклад, похилого віку, дітей, там, людей середнього віку? Само собою, ну, залежить і об'єм операции и метод операции. То есть, допустим, 85 лет человеку с, извините, багажом сопутствующей патологии и 30 лет человеку без этого. То есть, соответственно, разные методы мы можем применять. И точно так же возможно в чем-то, например, метод лучевой терапии, как бы, мы можем применить, ну, скажем так, если человек более молодой, мы стараемся максимально радикально это удалить. Если человеку, извините, там, 85 лет, и мы понимаем, что своим хирургическим вмешательством мы можем, как бы, его хрупкое здоровье пошатнуть, проще провести курс лучевой терапии на это место, то есть, как бы, лучи проникают в кожу всего лишь на 0,5 сантиметра, да, это местно какой-то ожог, но, тем не менее, как бы, качество жизни этого человека не страдает. То есть, и он, как бы, со своим...
багажом идет спокойно дальше, не замечая нашего лечения. Поэтому в этом плане так. Но вообще-то все равно основной метод – это удаление этих очагов, этих образований. К сожалению, методы лекарственного лечения не столь еще хороши. Да, есть мази, которые применяются при базально-клеточных раках кожи. Да, мы их применяем, особенно при обширных поражениях или когда очень много очагов, которые проблематично удалить. Но если образование небольшое, в этом есть смысл раннего обращения. То есть, как бы пришел человек с маленьким образованием, убрали, забыли. Все, вопрос исчерпан. Пришел человек с большим образованием, тогда уже приходится подбирать различные методы и так, и так, и так. И не всегда это срабатывает, к сожалению. Пане Сергій, ну я так думаю, що все ж спека і літо таке цього року, так, воно принесло свої негативні моменти, можливо, так, і люди отримали щось. Але якщо вони будуть вчасно звертатись, якщо людина буде розуміти, що їй допоможуть, так, вислухають, зроблять усе, що необхідно, і людина буде жити якісно, і буде дякувати потім тим лікарям, які звернули увагу і дуже швидко все зробили. Я вам дуже дякую за ваш підхід, за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Ну і, звісно ж, хочеться всім побажати здоров'я. Тільки здоров'я. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.